Приезжает на заправку гламурная блондинка на красном BMW и говорит заправщику: «Мне, пожалуйста, 95-й полный бак». И идет платить на кассу. Возвращается, двери заблокировались, ключи в машине. Ладно, хоть окошко чуть-чуть осталось открытым. «Что мне делать?» — кидается блондинка на заправщика. Но тот, мол, «не могу ничем помочь, машин много, времени нет». Дает ей проволоку и говорит: «Попробуйте сами через окошко просунуть и поддеть блокировку, может, машина и откроется». И идет дальше работать. Ну, та стала пытаться. Подходит заправщик к другой машине, а там мужики ржут. «А чего вы ржете-то?» — спрашивает заправщик. «Так посмотри, вон какая-то дура пытается проволокой машину открыть». «А что смешного, это я ей проволоку дал». «Так у нее в салоне подруга сидит, показывает, куда проволоку засунуть».